Перелив. Естественный скиммер у моего пруда. Работа скиммера в действии. Некоторые шлаковицы падают в него, потом мы его обрежем, и шлаковица. Там сколько ягод валится, сыпется буквально. Вот перебив. Заводь в большом бассейне старинному, 92 год стоящему. А вот там приток. Приток из своего рода. Вот плата. Это геоплата для большого бассейна, для старого, бетонного. Сюда вода переливается по трубе, которая закрыта защитой. Поехали. Под землей. Переливается из этого треугольного бассейна. Здесь растет кувшинка, лилия. Потом здесь заполонить все это роголистником. Вот гиацинт. Как он называется, зовут трава. Из этого бассейна происходит перелив вот здесь. В серию каналов, цепочку каналов, ну собственно цепочка из двух каналов состоит, из трех. Это первый канал, тут он переливается, затем здесь кувшинка и роголистник. Затем она перетекает яму с рогозом вот сюда. И отсюда вода поступает в древний бетонный бассейн. Результат перелив. Через этот перелив когда излишек воды появляется после дождей, напор усиливается, счет сюда в той заводе должен сидеть камыш или рогоз, чем должен быть. Раньше здесь трехметровый камыш был, рогоз. В той заводе раньше рос рогоз трехметровой высоты, но извелся, видимо, по причине тени, которую давала 20-летняя гигантская ива. Мы ее зимой спилили. Ну, посажу что-нибудь вниз. Сейчас солнышко побольше будет. Все. А здесь надо будет в бассейн. Этот бассейн бетонный. На следующий год я планирую его спустить, вычистить полностью и закрыть пленкой. Во всей навыке вместе с этой заводью, или заводь оставить земляное дно, чтобы тут что-то росло, питалось органикой. Над этим бассейном растет дуб, который был посажен мною лет 15 назад, больше, наверное. И на нем в этом году поселились, впервые поселились жуки-олени.
Вот. Вот тоже дуб, вот такой двуствольный. Было два росточка, два дубочка. Вот тоже вот так же давно посадил рядышком. И они практически срослись, превратившись в одно дерево с двумя стволами, развалившимся. Здесь, вероятно, тоже есть жуки, пока не встречал. Надо специально наблюдать. Ну и в заключение хочу вас познакомить со своими самами. Вот белая самка сама речного, редкий вид, и ее партнер. Они подбирают со дна комбикорм. Причем комбикорм я беру, знаете какой, куриный для птенцов, гранулированный корм. Для рыбы в основном, для карасей. Ну и самые не брезгуют. А я с вами прощаюсь. Всех вам благ, удачи, здоровья, счастья, радости в жизни. До новых встреч!